направляла человечество к новым победам и свершениям. Сегодня стартовала всенародная эстафета «Пламя мира». Часть подготовки ко вторым Европейским играм 2019 года в городе Минске. Марш... центральной площади города-героя Бреста. Встречайте факелоносца, ректора Белорусского государственного университета физической культуры Сергея Репкина с факелом «Пламя мира».
грандиозные события для нашей страны. Давайте поддержим бурными аплодисментами и возгласами. Ура, друзья! Эстафета «Пламя мира» вторых европейских игр на территории Республики Беларусь. В руках Сергея Ремкина. Этот исторический момент необходимо, конечно же, запечатлеть на память. Он войдет в историю нашей страны как замечательный спортивный праздник. Дорогие прищане и гости этого города, мы начинаем торжественную церемонию запечатывания пламени мира. Очень бы хотелось услышать ваши аплодисменты, друзья. Этот исторический момент. Вторые Европейские игры совсем скоро в нашей стране, 21 июня 2019 года. И слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя Брестского облсполкома Валерию Васильевичу Рябковцу. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня сочинение Брест. Первый.